Помнишь, там была мечта простая. Ветер злой не дул под купола. Я теперь один там и летаю черным вороном, черным вороном. Привет всем на канале. Сегодня очень интересный обзор, который вообще прям быстрее хотел заснять, хотя и заболел, в нос вот говорю, извиняюсь. Но, короче, вот вчера пришло, сегодня сразу же снимаем обзор. Еще и ради такой новиночки пришлось мне, в связи с большим расстоянием с Москвой, делать авиадоставку. О цене уж я вообще промолчу, сколько это вышло с деки. Но зато пришло быстро и практически наравне с ближайшими городами, кто тоже снимает обзоры на новинки от DL Audio. Я тоже практически вклинился. На 18-й вот такой вот сабвуфер равен V2 уже снятый обзор. Как раз вот вышел вчера на канале у Angry Sounds. Я его прикреплю, посмотрите. Там они вообще с ума сойти влили, короче, 12 киловатт в один сабвуфер, и он остался жив. Еще и не раз даже вливали на замер в спортивном автомобиле как раз. Ладно, теперь начнем наконец-то распаковочку 12 калибра от Raven. Также имеем, что ароматизатор, наклейку DL Audio, лейбик с логотипом DL. Вот такая уже каким-то цветом, уже кажется даже другим. Получить скидку 20%, но здесь все написано, можете перечитать, переснимите обзор. Также гарантийник, при том, что есть подменный фон 24 месяца со дня продажи. Так, и чем же этот сабик интересен? Сейчас вот это вот я уберу, а его поставим. О, полетели! Тоже в Чите был ветер невыносимый, который все поздул, все, что можно. Сегодня опять он уже начинается. Теплая погода никак прийти не может. Вот такой вот малышок. Как я думаю, видно, уже вид поменялся. Впервые у DL Audio компании я вижу вот такие вот подвесы, губы. То есть типа как под ST или что-то такое. Но это как бы не только эта фирма делает. Но видел я и у DST, если не ошибаюсь. Теперь у DL Audio тоже появились такие же прикольные подвесы. Здесь наклеечка. Зачем она нужна? Ну, возможно, чтобы ничего не зацарапалось. Либо, кто хочет, перейдите на канал SPL Top Secret, где они даже сюда клеят вибру. И это иногда плюсует. Тоже очень интересный, познавательный канал. Так, что мы видим? Двойные строчка. У нас прошито, то есть для крепости. Сам он по себе, я бы не сказал, что он твердый, он мягенький. То есть он вообще ни разу не подключался. И уже вот, как бы он уже как будто как размятый. Так, здесь в принципе, что тут? Ну только логотип вот такой вот прикольный появился, вот как раз под наклейкой. Вид, конечно, имеет. Дальше что тут интересно? Видим мы вот такую вот корзину. Это литая корзина. Кстати, без внутренних. То есть это как не ребро, а целиком литье идет. То есть, в принципе, корзина очень прочная. С такими спицами. Самое, что бросается в глаза, это вот такая вот шайба. Шайба вот на ощупь одинарная. Но, как заявляет производитель, вот эта вот сеточка дополнительно дает усилие, чтобы катушка не выходила из зазора. Сейчас, кстати, по характеристикам пробежимся, что на официальном сайте говорят. Подвес с поперечными ребрами жесткости для максимальной линейности хода. Вот он есть, показали. Центрирующая шайба с дополнительным сетчатым каркасом для контроля перемещения звуковой катушки в магнитном зазоре. Ну и корейская звуковая катушка. Характеристики данного сабвуфера 1200 Вт. Номинальной мощности 2 плюс 2
И прикольно, у него почему-то резонансная частота 28,5 Гц. Но это мы как бы проверим, как он разомнется для интереса. Также видим здесь вот такое вот огромное охлаждение. Плюсом ко всему я что еще хотел вам показать. Вообще есть у меня обзор на Raven 12, но версия первая. Я ее сюда прикреплю. Вот он, кстати, данный сабвуферик. Короче, визуально можете посмотреть, в чем отличие. Но подробно, кто захочет, переходите на канал. Ссылочку я прикрепил. И посмотрите, в чем, как бы, вот эти вот характеристики старого, чтобы было интересно, чем оно что поменялось. Сразу же, я думаю, видно, вот если отсюда посмотреть. Глубина установки изменилась, сама корзина стала другая, то есть здесь она вот такая вот, ну, одинарная, думаю, видно. Или здесь как спицами сделано, здесь посимпатичней. Также здесь охлаждение всего лишь отверстиями. Замерять я ничего не буду, я говорю, кто хочет, переходите, смотрите, я замерял полностью магнитную систему и как оно, что и так далее и тому подобное. Мы сейчас говорим о новой версии, то есть в чем отличие этой версии. То есть, в принципе, вот этот по виду намного даже кажется интересней. Так, этот убираем. Это уже старая версия. Теперь все будут пользоваться новой версией. Потому что Raven себя очень хорошо показали во многих проектах. И, кстати, они это... Что здесь хотел сказать-то? Достойно выдерживали мощность даже первой версии. Тем более это... Сейчас мы посмотрим, сколько у него получается диффузор. Диффузор 21,5 сантиметров. Сама губища, ну, 2,5 под 3 сантиметра. Колпак он просто вот это для и усиления, для красоты сделан. Но это не карбон, ничего как бы такого нет. Так, сами шайбы. Шайбы, как я люблю мерить, но это на глаз. Получается 16 сантиметровый, то есть что 6,5-дюймовые шайбочки идут. Так, теперь сейчас нажми на паузу, снимем вот эту штучку и замерим, какие магнитные кольца здесь стоят. А где? Все, резинку сняли, конечно, без фена не обошлось, им чуть-чуть пришлось поднагреть, стало уже нормально. Делаем замеры магнитных колец. Получается у нас диаметр 17 сантиметров. Здесь, кстати, видим, что нету охлаждения. То есть никаких ни по кругу, ни центрального отверстия, ничего такого нету. Охлаждение происходит целиком через вот эти вот огромные вентиляционные отверстия. Так, сами магниты какие у нас? 4 сантиметра, то есть по 2 сантиметра. Магнитики здесь видим равен 12,2. Все пироги. Так, сама что получается, магнитная система толщиной 7 сантиметров, это до сюда. И если брать уже вот в это углубление, то 8 сантиметров. Так что ходик у этого сабика должен быть, ну, отнюдь не маленький. Так, что еще хотел, забыл, интересно сказать. Также шайба прикреплена дополнительным колечком для усиления, чтобы она никуда ничего не сбежала. Вот видим саморезики или болтики. И внутри видны прям огромный подшестигранник для снятия целиком корзины. Так что, в принципе, сабик такой симпатичный, добротный. Мы его поставим, как обычно, в мой тестовый коробок и погоняем. Пока со слабым усилителем 6180, это тоже новинка Грифон Про. Кстати, обзор с ним уже был, вот с этим сабиком, который сейчас стоит, от Piranha 12V2. Тоже ссылочки я прикреплю, что на то, что на этот усилитель. Сейчас пока так погоняем. Ну а потом усилить. Еще я его воткну с более мощным усилителем. Посмотрим, какие там результаты, цифры покажут. Сейчас пока поразминаем, посмотрим, какой там флекс будет и так далее. Мощность где-то будет залетать в районе 500 ватт в этот сабвуферик. То есть, ну... Сами увидим, что получится. Забыл сказать, показать, вернее, про катушку.
какая она. Потому что ее здесь отсюда не видно. Сейчас я ее чуть-чуть приподниму. Вот как приподнял. И видно у нас катушечка золотистого цвета. Ну, темно такого золотистого. Я думаю, видно. То есть не черное, ничего, чтобы знали. Вот бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бу-бу-бух. Tap in. Diamonds dressing on your neck, better tap in.